Вы в политику собираетесь пойти? В смысле, полноценно. В партию, в парламент, да, вот да, это вот, все. Ну, может, и выше, в президенты баллотироваться. Я, значит, сейчас скажу вещь, которую я никому не говорил. Все говорят про мой какой-то там безумный рейтинг, допустим. Но мой рейтинг – это рейтинг президента. Если эти девушки из машин высовываются, чтобы вас фотографировать. Мой рейтинг – это рейтинг президента сейчас. Да. Я себя от президента не отделяю. И я никогда не подвожу людей, которыми я работаю. У меня может быть разное мнение о них. Но я никогда его не вынесу и никогда не... У меня же был опыт. Полтора месяца, как я из офиса ушел, да. Что ни одного слова меня никто не услышал. Да. Вот. Потому что я не выношу ссоры из СБ. Поэтому пока президент президент, да еще верховный главнокомандующий, военное положение. В принципе, эти разговоры не вполне корректны для меня вести, считаю. Второй момент. Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Ни в коем случае. Это технически невозможно. А если нет? А если нет, надо будет думать уже. То есть, если президент по каким-либо причинам не пойдет на второй срок... Я буду подаваться. Вы пойдете в президент. Пойду. Я хочу посмотреть, как вот это будет. Самое главное заявление Алексея Арестовича. Если Владимир Зеленский не идет на второй срок, Алексей Арестович идет в президенты. Может быть, я сейчас гуляю по прекрасным улицам Старого Киева с будущим президентом Украины. Вот. Поэтому в эту веселую игру надо доиграть до конца, правильно?